Власти столицы проводят системную работу по повышению безопасности на городских трассах. В связи с этим пересматривается сеть пешеходных переходов. На днях закрыт переход на Московском проспекте в районе остановки общественного транспорта «Театр оперы и балета». Пешеходный переход заметно затруднял большой транспортный поток на этой магистрали, что зачастую приводило к заторам и аварийным ситуациям. У ликвидированного перехода убрали пешеходные светофоры, вдоль дороги появились барьерные ограждения. Закрытие зебры увеличило пропускную способность на дорожном участке и повысило безопасность всех участников дорожного движения. В ближайшее время жителей столицы ждут и другие изменения на дорогах.